Не недели и месяцы, а считанные секунды могут стать решающими. Экстренные службы региона теперь будут реагировать оперативнее. В Иркутской области модернизируют диспетчерские, которые обрабатывают звонки от населения, а также данные с камер уличного наблюдения. Речь идет о новом оборудовании, которое обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках долгосрочной программы «Безопасный город». Новые датчики различного назначения и камеры слежения позволят более оперативно реагировать на самые разные ситуации. Модернизация коснется и работы номера 112. Новшества в контроле за обстановкой должны ощутить жители Ангарска, Братска, а также Тайшетского, Киренского и Братского района, в том числе за пределами населенных пунктов. Об этом сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил заместителю министра МЧС России Александру Чуприяну. Не только что касается вот ситуации в городах со слежением, в том числе на транспорте, не только что касается слежения за лесом, значит, возможными загораниями, но и ситуацию с Байкалом мы включили сюда. Чрезвычайно для нас задача, учитывая там, так сказать, накопленные отвалы разные, и, значит, не очень хорошую работу очистных сооружений сегодня, прямо скажем.